Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем рассказ о тренировках и просто рыбалке в Сызранской акватории. Очистив кусочек Волги от браконьерских рыболовок и спасаясь от начинающегося на большой воде шторма, оказываемся в очень перспективной протоке. Здесь нас закрывает от ветра небольшой островок с лесочком. Да и рыба здесь оказалась активной. Ох, красавец! Тут... Наконец-то, первая рыба сегодняшнего дня. Да, яхтеру. Подержать хоть рыбу, а то я не держал за эти два дня. А, ни одной рыбы. Ни одной рыбы, кроме сомиков. Эй, красавчик, четко пробил. Прям клюв его. Ну, наконец-то, рыба начала кушать. А то с этим южным ветром просто и не найти места. Леха ловит, Саня достает. Вот. Жизнь-то налаживается. Что? Вот такая вот хищная рыба нам сегодня попалась. Оказывается, густера по осени тоже не брезгуют пожрать малька. И вот тейлспиннер работает и по густере в том числе, оказывается. Продолжаем искать рыбацкое счастье. Что-то мы поймали. Лещ! Господа, мы забагрили леща. Вот такой лещ. Ну вот, дорогие телезрители, еще один судачок. Но он даже по спортивным меркам очень-очень маленький. Поэтому мы с ним поступим следующим образом. Все, он ушел кушать леща. Сейчас он расскажет все это бабушке и дедушке, что здесь можно кушать леща безнаказанно. А тут-то мы его и поджидаем. Последние вестники лета посетили наш корабль. Промозглая осень уже не за горами и потихонечку берет бразды правления в свои руки, зазывая зиму. А пока пляши, стрекоза, муравью не скажем. Прекрасные осенние денечки. Деревья окрашиваются желтыми, красными красками. Смотри, по берегу. А судак не начался. Ну ничего страшного. Забираем. Там нормальный едовой. Ну вот очередная поклевочка, выкачивание судачка. Где же? Вот она, вот щука. Щука пришла. Хорошая такая щука. Такую бы в туре. Ох, как заглотила прям. На здрасте. О, сейчас будет веселье. Сережа, дай эту. Где она? Вон, пассатижи, давай. Вот такие судачки поклевывают на великолепные приманки. Джик сегодня заработал. Право на жизнь. Но рыба будет жить. Забираем по-тихому. Вот герой дня. Первый и последний судак. Морковка. Морковка. Морковка.
Ребят посоветовали сделать комментарий по поводу вот этого пятна солнечного. Я ничего говорить не буду. Вы все видите сами. Ни одна камера в мире не передаст этих ощущений. То, что мы видим вживую. Такие сансеты на Волге. Такие мощные поклевки. Следующим утром у друзей приключилась неприятность. Винт нашел подводную коряжку и потребовал замены. Но вроде все в порядке, кроме винта все остальное работает, и мы отправляемся на Волгу проверить рабочие точки. Ветер поменялся сегодня на Волге. Волна значительно меньше. Поэтому можем попробовать найти рыбу здесь. Якорь в воду. Ну что, Сан Саныч? Ищем, ищем, не найдем. Пока непонятно, то ли погода. А вы, Алексей Алексеевич? Тоже в поисках рыбацкого счастья. Нам нужна победа, только победа. Мы за ценой не постоим. Ветер вновь набрал силу, и основная акватория соревнований стала непригодна ни для тренировок, ни для самих соревнований. Поэтому вновь убираемся на запасные точки. Эх, и весело попрыгать на волнах. Но на старых точках нас ждали уже коллеги-конкуренты. Ну, наконец-то! Хоть что-то получилось изловить. На таком жутком ветру желик сопровождает стаю леща. Вот такая красноперочка ловится у нас. Наших рек. Не все так плохо, наверное. Так что это, наверное, не лещ там плещется, а вот это вот красноперка. Сначала мне показалось, что монахиня тоже занялась рыбалкой. Но, приглядевшись, понял, это оригинальный дизайн рыбацкой куртки. Основная группа спортсменов приехала тренироваться. И все собрались на одной акватории. В маленьком участке, где хоть немного затих ветер. Вернее, он дует из-за леса, и поэтому здесь немножко затишок. На коренной Волге сейчас метровая волна, и делать там абсолютно нечего. Поэтому ищем здесь свое рыбацкое счастье. Итак, подошли к концу тренировочные дни, и впереди соревнования. А наша программа на этом прощается с вами. До новых встреч и рыбацкого счастья вам!